1336 человек из 48 населенных пунктов 25 регионов страны приняли онлайн-участие в большом энергетическом диктанте, который организовали в Новочебоксарске. Тестирование по энергоэффективности провели Чебоксарская ГЭС и Центральная библиотека имени Гагарина в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». В любой из 8 библиотек Новочебоксарска, учебных заведениях города или круглосуточно в онлайн-режиме на сайте библиотеки можно было ответить на 34 вопроса об энергосбережении. Лидерами онлайн-тестирования стали Хабаровск – 136 человек, Комсомольск-на-Амуре – 116, Новочебоксарск – 99, Амурск – 55, Кодинск – 45 и Санкт-Петербург – 43 человека. Среди участников были школьники, студенты, посетители библиотек, сотрудники Росгидро, практически из всех регионов присутствия холдинга. Особую активность проявили энергетики дальневосточной генерирующей компании – почти 300 человек. Оценку за 10-минутный энергодиктант выставляли сразу на сайте. Пятерку заслужили всего 13 человек. Все они получили награды от Чебоксарской ГЭС. Большой энергетический диктант «Вместе ярче» проводится второй год подряд. В 2017-м он собрал 1105 человек из 40 населенных пунктов 17 регионов страны. 14 участников тогда стали отличниками.